Супчика сварила. Иди, иди, покушай, не стой в дверях. Вообще такая худая, глянь-ка. Срам-то какой. Сымай, сымай быстро, заштопаю. Всем привет, с вами Алиса, и вы на канале Басик Басенок. Недавно на одном канале я посмотрела видео «Каждая бабушка такая». И там бабушка была безумно злая. Я не согласна, что каждая бабушка такая, и поэтому сейчас я снимаю свое видео «Каждая бабушка такая». В главных ролях бабушка. Возраст очень много лет. Скин деревенский. Характер добрый, покладистый, излишне беспокойный. Внучка. Возраст тинейджер. Скин черный худи и рваные джинсы оверсайз. Характер неопределенный. Внуча, наконец-то приехала, моя дорогая, иди, я тебя обниму. Да поглядишь ты на тебя, одни кожа да кости. Неужто тебя совсем там не кормят дома? Да ладно тебе, ба, я просто стройная. Ну не стой, не стой, иди покушай, я там тебе приготовила там картошечку, котлетки, пирожки, салатик, помидорки, огурчики засолила, варенье намутила, супчика сварила. Иди, иди, покушай, не стой в дверях. Вообще такая худая клинка. Не все понимают современную моду, а уж бабушки тем более. Ты глянь, это что такое тебе надето? Неужто ты в этом по улице ходишь? Дыры на коленях такие гигантские. Срам-то какой. Сымай, сымай быстро, заштопаю. Да ты чё, ба, сейчас так модно. Вот это какая тут басурманская. А еще бабуля очень щедрый и любит делиться своей пенсией. Внуча, внуча, путь сюда, путь сюда. Вот я тебе денежку дам, на-ка. Сходи в магазинчик, купи себе что-нибудь сладенького, вкусненького. Да не надо, ба, оставь себе. Да, бери, бери, я потом у деда еще возьму. Еще, даже если на улице лето и плюс 20, а то и плюс 30, бабушки все равно считают, что нам будет задувать. И даже когда жара, они могут сказать... Надень шапку! И шо? Это ты прям такая распокрытая? Без шапки на улицу пойдешь? Да там не холодно, у меня к тому же капюшон есть. И поясница-то вся голая. На-ка, на-ка, прикройся. Вот, прикройся. И шапку надень. Обычно бабушки совсем не разбираются в технике. И, конечно же, на помощь зовут своих внуков. Внуча, а поди-ка сюда. Объясни мне, что это тут мне пишут басик и басенок. А подпишись. Что это значит? Бабушка, да ты чё? Это же мой канал.
Ты, кстати, тоже можешь подписаться. Нажми на красную кнопку подписки и поставь лайк. Батюшки, до чего техника дошла? Ты получишь премию, если сможешь уйти от бабушки без гостинцев. Ну что, внучек, как же ты мало у меня побыла-то? Когда в следующий раз-то приедешь? Не знаю, Ва, наверное, через недельку на следующих выходных. Ой, как хорошо-то! Я как раз тебе на недельку где-то примерно гостинчиков собрала. Блинчики, оладушки, даже немножечко конфеток, огурцы с огородов наших и наш деревенский кефир. Немного всего ведь донесешь. А ну хорошо. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, hey. Nasty, hey. Yeah. Acting stupid, what was happening? Whoa. What was happening? Whoa. I'm a savage. Soulja Boy Tell. Soulja Boy, I've been it. Oh. Why me crazy? Soldier boy, tell. Soldier boy, I've been it. Oh, why me crazy? Hey, so you back him? I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy, moody, hey. Nasty. Hey. Yeah. Acting stupid. What was happening? Whoa. What was happening? I'm a savage. Вот такие вот они, наши бабушки.